обменяться с кем-то, договориться с кем-то. И да, когда очень надо, когда это нужно позарез, то оказывается, что все можно. Оказывается, что все препятствия, которые перед нами вырастают, что как же так, а как же я буду... Это все фанерные макеты. Вот я однажды кино смотрел, как эти самые какие-то супермены американские, которые там какие-то спецназовцы, какие-то там суперагенты, как их тренируют какие-то антитеррористические. Он вскакивает в какое-то помещение, а у него фанерные в каких-то местах этого помещения фанерные фигуры людей. Есть фанерная фигура там с автоматом террорист, а есть фанерная фигура там женщина с коляской. И он должен в доли секунды понимать, в кого стрелять, а в кого не стрелять. И я вам скажу, вот все вот эти вот препятствия, которые на нашем пути встают, и казалось бы невозможно, оказывается, это просто фанерные фигуры. Просто иди, куда тебе надо, и ты на них будешь наступать, а не лягут. Это фанера. Оказывается, что все удается с Божьей помощью, если тебе это по-настоящему надо. Еще. Скажите, пожалуйста, вы сказали, говорили, что у вас на почве соблюдения, да, с отцом получился конфликт. И тут же вы говорите, что ваша теща инженер Московского строя, да, химика строя, вот она не только вас приняла, эту ситуацию, она, по-моему, передача, да, то есть жена, ее дочка уехала, он знает куда, то есть у нее было гораздо больше к вам претензий, чем у вашего отца. Мало того, они начали соблюдать, эта теща, она жива, без Wunderkonzertier, Швер, ее муж недавно умер, год назад, Алла Израилевна жива, чтобы она была жива-здорова. Она праведница, они стали соблюдать, и ее муж, он много-много лет после этого, он ходил в Штраймле, он очень строго соблюдает. То есть вот это киевская семья. Только потому, что они дочку послали, потому что в Киеве антисемитизм был еще сильнее, чем в Москве, и поступить еврейской девочке в Киеве было еще тяжелее, чем в Москве. Они ее отправили, то есть мама у нее инженер мостостроя, дочку она отправила в МИИТ на факультет мосты и канали. В Киеве было поступить невозможно. Она отучилась год в МИИТе, а потом мама ее... В книге есть история, как мама... Это смешная история, это интересная история, как мама вдруг поняла, что девочку надо перевезти обратно в Киев после года в МИИТе. Но за этот год в МИИТе мы с ней познакомились, совершенно формально познакомились. То есть, а я просто ее видел. Это не мы. Но когда я приехал в Киев, я встретился с несколькими девушками МИИТовками, сокурсницами, и Марина была среди них, и вот как-то мы, а мне не, то есть мне было где жить, мне было где ночевать в Киеве, но это были очень стесненные условия. Был соблюдающий еврей Йосиф Гузман, он жил в однокомнатной квартире с женой и с бэби, с маленьким ребенком. Меня поселил на кухне, шестиметровая кухня, где между плитой и холодильником раскладушка не вставала, она была по наклонной, то есть поставлена была, она прямо не помещалась. Я одну ночь поспал у этого Йосифа Гузмана, то есть мне, собственно, ночевать было негде. А Марина сказала, что у родителей есть отдельная комната для гостей. Ну, и я согласен. Вот так, это, так сказать, история нашего знакомства. Но она ничего, вот с чего мы начали, да, наша предыстория, откуда мы все появились. Киевская девочка-еврейка, которая про еврейство знает две вещи, причем вторая неправильная. Она знает, что в Йом-Кипур постятся, и что в синагогу надо косынку надевать. Да? Незамужней в синагогу не надо надевать косынку, то есть я говорю, что вторая вещь неправильная.
Но это две вещи, которые она знала про больше ничего, ни про Шаббас, ни про Пасху, ничего. Родители евреи. Причем отец Иосиф Хаимович, а мама Авла Израилевна. И вот в такой семье, да, девочка не знает, и родители не знают ничего. У нее еще младшая сестра. Значит, Марине было 19, сестре было 12. 13. Она 7 лет, да. 19, 12. Марина начинает соблюдать, познакомившись со мной и уже, в общем, так, став моей невестой, начинает соблюдать. Она втягивает в соблюдение свою младшую сестру, 12-13-летнюю. Эти две девочки, а это единственные, ну, в смысле, две дочери в семье, они своих родителей втягивают в соблюдение, причем совершенно серьезное, настоящее соблюдение. И, в общем-то, тоже вы прочитаете в книге, посадили-то меня в тот день, когда я должен был поставить хупу ее родителям. Они попросили меня быть месадер кедушин, сделать хупу. И я накануне объездил все киевское подполье всех соблюдающих евреев, созывая их на минин. Объездил, потому что по телефону же нельзя такие вещи говорить. Это тоже вы прочитаете в книге, всю эту историю, как я объездил и как все это было на карандаше у КГБ. Все мои поездки, все такси, все эти самые, все. И минин-то я собрал, только сам я не собрался, я уже сидел в камере, когда гости собрались на свадьбу. Так что эти люди, родители моей жены, это уже на тот момент, на момент моего ареста, это уже были соблюдающие люди. И в отличие от моих родителей, которые я, то есть мама моя держала нейтралитет при папе, да, то есть между сыном и отцом она держала, между сыном и мужем она держала нейтралитет. Папа был активно против и больше даже просто потому, что это опасно. Но он идейно был материалистом, он был таким идейным. Ну, это да, это сложная история с отцом. Да, с отцом мы так и не то, что не помирились, но так, он так и не признал. Да. Ну, спасибо вам большое. У нас просто в 10 договорились с охраной, что они должны уходить. Спасибо вам большое. Спасибо.